Здравствуйте, уважаемые любители гармоники! С вами вновь Павел Уханов, официальный представитель фабрики «Тульская гармонь». Сегодня я не только решил вас познакомить с прекрасным инструментом, который есть у нас в наличии. Можете позвонить по телефону, который вы видите на экране, и приобрести гармонь «Тульская 301М» в тональности ми-мажор. Она одна из весьма популярных тональностей, особенно для мужского голоса, с деревянными резонаторами, с голосами ручной клепки, с мастеровой настройкой. Но сегодня также я хочу поговорить вообще про тональность ми-мажор и какие же у нее есть варианты соотношения голосов. То есть какие гармоники вы можете заказать в ми-мажоре. Такое соотношение, как баритон-тенор-пикколо, как у этого инструмента, оно достаточно популярно. И если вы, например, позвоните и ничего не скажете, по стандарту сделают именно такое соотношение голосов. И розлив будет на баритоне. На примере лирической песни вы уже смогли прочувствовать, какой тембр у гармонии трехголосной в тональности ми-мажор с таким соотношением голосов. Но как же она прозвучит, если сыграть наигрыши? Для наигрышей, в принципе, подойдет любая гармоника, и тональность выбирается больше под голос. Насколько комфортно поется под определенную гармошку или некомфортно, это достаточно важно для гармониста, если он именно поющий, либо если он играет для певцов. Ми-мажор, напомню, она входит в тройку самых популярных тональностей для мужского голоса. Вот. Ре диез, ми мажор и фа мажор. При этом ми мажор, она вот ровно посередине находится между этими тремя тональностями. То есть, в принципе, очень многим подойдет. То есть, можно с большой долей вероятности, если вы гармонист-мужчина, сказать, что вам эта тональность подойдет для многих песен, но не для всех. К сожалению, нет такой гармоники. Точнее, есть, только она называется уже баян. Раньше называли в начале 20 века хроматическая гармонь, но потом придумали название баян. Да, на баяне можно сыграть все что угодно, но на баяне нет такого задиристого тембра. Если вам уже нравится этот инструмент, вы можете его приобрести. Из дополнительных опций здесь есть еще итальянский лидерин. То есть напомню, что это не базовая 301, здесь заказная тональность, деревянный резонатор, голоса ручной клепки, мастеровая настройка и итальянская обводка меха. Звоните по телефону, если ее хотите приобрести, отправим абсолютно в любой регион. Ну, либо пишите нам через интернет, более подробно все указано в описании. Если вы хотите заказать трехголосную гармонь, например, 301М трехголосная, куликовка трехголосная, уменьшенная заказная трехголосная, модель концертная трехголосная, и с недавних пор мы и любительски делаем в трехголосном варианте, вот все они при одинаковой тональности, при одинаковом соотношении голосов звучат примерно очень похоже. Поэтому, допустим, если увидели какое-то видео и вам понравилась гармония, например, концертная в определенной тональности, но вы хотите что-то подешевле, вы можете на заказ сделать ту же 301 и существенно сэкономить. Но
Тембр будет как у концертной, потому что она трехголосная. Вы нам, например, пришлете ссылочку на то видео, мы вам расскажем, что там за тональность и какое соотношение голосов. Но сейчас я помогу вам сразу примерно понять, какие еще бывают соотношения голосов не только у трехголосных гармоник, но и даже у четырехголосных. Но начнем с трехголосных. Итак, второй вариант – это не баритон, тенор, пикколо, а баритон и два тенора. Я думаю, наверняка нашлись и любители вот этого звука, баритон два тенора. Ну и мне кажется, есть обязательно люди, которым вот баритон тенор пикколо и с розливом на баритоне покажется, что более задиристая такая гармония. Там частушки на ней, наверное, будут поинтереснее. Ну а если ваш бюджет позволяет замахнуться на гармонии четырехголосные, например, на нашу люксовую модель заказную, то в тональности ми мажор есть беспроигрышное соотношение голосов баритон, два тенора и пикколо. Уважаемые гармонисты, я думаю, данное видео было для многих полезным. Оно поможет вам определиться, какую заказать гармошечку, с каким тембром. Телефон вы видите на экране, звоните нам, пишите, там есть и WhatsApp, Viber, Telegram. Наши сотрудники магазина «Тульские гармонии» от Павла Уханова помогут вам определиться, потому что все работники магазина – это профессиональные гармонисты с высшим образованием. И достаточно долгое время сотрудничают с фабрикой Тульской гармонии. Ну а я, как вы знаете, уже более 10 лет тружусь, сотрудничаю с фабрикой Тульской гармонии. А вообще начал я подумать только в 17 лет, когда придумал модель концертную. Вроде совсем еще юным был человечком, а в 19 лет уже гармонику многотембровую. Ну, конечно, не один, разумеется, с замечательными тульскими мастерами, но вот этот наш симбиоз вылился в то, что сейчас очень много разных интересных гармоник, и фабрика
не останавливается на достигнутом. Ну а в завершение ролика, не обижайтесь, позволю напомнить, что у нас вот эта гармоничка продается. Она в единственном экземпляре, такая красненькая, в тональности ми мажор. Но я не знаю, когда вы будете смотреть это видео, может, у нас еще появится. Поэтому звоните, спрашивайте, интересуйтесь. Может, будет там синенькая, зелененькая или еще какая-то фиолетовая. Вот, и сможем вам отправить. С вами был Павел Уханов. Желаю вам всего самого наилучшего. И не забывайте, кстати, подписываться на наши социальные сети. И Telegram, вы QR-кодик сейчас видите на экране. И группа ВКонтакте. Там есть очень много интересного. Того, что вы не увидите, например, в Ютубе. И самое главное, там есть цены на инструменты. Еще раз всего вам самого наилучшего и до свидания.